Из Братска в Турцию в мае нынешнего года из Братского аэропорта будут осуществляться прямые перелеты в турецкую Анталию. Как нам сообщили представители туроператора, которые в том числе причастны к авиаперевозкам, первый самолет из Братска в Турцию вылетит уже 25 мая. Самолет по чартерному маршруту Братск-Анталия-Братск будет летать раз в две недели. Рейс в Турцию станет вторым прямым за рубеж из Братского аэропорта, который стали осуществлять в последнее время. Напомним, в октябре напрямую из Братска стал летать самолет в Таиланд. Как отметил представитель туроператора, с началом авиасообщения с Турцией рейсы в Бангкок из Братска временно приостановят. Они возобновятся только осенью, когда спрос на рейсы в Анталию спадет. Рейс будет осуществляться весь период, который обычно это происходит, то есть до октября. Мая до октября мы будем летать. В октябре мы снова будем продолжать в Таиланд. Если будут очень хорошие показатели по загрузкам, то, конечно, сможем открыть еще какое-нибудь дополнительное направление. Например, Вьетнам. По словам туроператора, стоимость тура в Турцию при вылете из Братска будет в среднем стоить около 80 тысяч рублей на двух человек за две недели пребывания в Анталии.